В этом году участие в соревнованиях примут около 200 спортсменов в возрасте от 15 лет и старше. Они представляют 45 регионов России. Чем отличается чемпионат страны от Кубка страны? Кубок – это командное первенство, проводится, значит, награждаются победители в сумме двоеборья, в отличие от чемпионата страны, где награждаются и в отдельных упражнениях, в рывке, в толчке, а также в сумме двоеборья. Вот такая программа здесь предусматривается. В этом году критерии отбора, критерии попадания на кубок очень высокие по сравнению с прошлым годом. Допускаются к участию мастера спорта. Правда, накануне отдельным приказом были допущены на кубок те, кому еще не присвоено звание мастер спорта, но документы на него поданы. В 2015 году тяжелой атлетике России исполнилось 130 лет. Сегодня сборная страны входит в пятерку сильнейших национальных команд мира. В Сочи тяжелая атлетика развивается активно, но с помощью турниров, вход на который, кстати, свободный, в городе надеются увеличить количество занимающихся в этих секциях. Наши ребята придут, посмотрят, как чемпионы, как они побеждают, какая-то техника, что-то они для себя подчерпнут, и мы надеемся, что количество занимающихся увеличится. Соревнования по тяжелой атлетике такого высокого уровня впервые пройдут на территории Краснодарского края. От нашего региона в них примут участие сильнейшие спортсмены страны. В том числе серебряный призер юношеских Олимпийских игр и Всемирной универсиады, многократный победитель и призер первенств мира и Европы сочинец Вячеслав Яркин.